У нас остались 10 вопросов к вашему куратору или учителю. И сейчас мы будем приглашать его в нашу комнату диагностики. И я делаю запрос в энергоинформационном пуле и приглашаю в эту комнату диагностики прийти куратора или учителя Евы. Мужчина. Снимаются маски и голограммы. Фантом предстает перед тобой в первозданном виде согласно своему эфирному коду ДНК. Мы приветствуем куратора или учителя Евы. Представьтесь, пожалуйста, как нам к вам обращаться. Приветствую всех, кто находится в этой комнате. Очень рада этой встрече. Меня зовут Алурдас. Алурдас. Приветствуем вас, уважаемый Алурдас. Меня зовут Влад. Вы куратор, уважаемый Алурдас? Я куратор. Замечательно. Меня зовут Влад, это Вера. Рядом стоит ваша подопечная Светлана. Мы сегодня проводили ее проверку. Ева. Я прошу прощения. Ева. Ева у нас стоит, мы сегодня проводили ее проверку, она чистая, она отлично справляется, у нее все получается, нам очень приятно такое видеть, я это хотел заметить. У нас 10 вопросов осталось, которые Ева подготовила для вас. Будете ли вы так любезны, уважаемая Лурдес, ответить на эти вопросы? Да, я с удовольствием отвечу на эти вопросы. Благодарю вас. Я начинаю с приветствия. Я приветствую вас. Я готовилась и очень жду и радуюсь встрече со своим куратором. Итак, 10 вопросов. Первый вопрос. Откуда моя душа и какая она? Мне нравится этот вопрос. Это прекрасный вопрос. И интерес к своей душе. Твоя душа так же, как и моя, с Арктура. Но есть определенный уровень, который дает тебе спираль из золотой энергии. Это отличает арктурианца по уровню развития. В данном случае это философский уровень. Твой стержень выглядит как обычная энергия Арктура. Белая холодность. Синеватым, я бы сказала, оттенком, закрученная в золотую спираль философии. Это энергии, которыми ты можешь управлять, защищаться, если ты осознаешь и представляешь их. Вы закончили? Да, я ответил на первый вопрос. Я благодарю вас, уважаемая Лурдес, и пользуясь случаем, приветствую представителя Арктура в нашей комнате диагностики. Мы очень рады. Я благодарен находиться здесь. Замечательно. Переходим ко второму вопросу. Какой уровень моего высшего я? 14 уровень высшего я. Замечательно. Третий вопрос. Вы уже ответили, правда, на него. Какие мои родные энергии и как мне ими управлять? Чтобы управлять любыми энергиями, их нужно представлять. Со временем ты начнешь их чувствовать, их гибкость, твердость, и начнешь расширять их или же сжимать. Энергии, как я уже сказала, могут защищать тебя, расширяясь. Это ощущают люди рядом с тобой. И не подходят к тебе люди, с которыми ты ограничиваешь общение по своему выбору, сжимая и разжимая энергии. Я понятно изъясняюсь? Безусловно, уважаемая Лурдес. Философские энергии, они золотым цветом, насыщенным, больше темным, темно-желтым. Не знаю, как объяснить вам этот цвет. Он очень насыщен, как янтарь. Это и есть темно-желтый цвет, вы правильно сказали. Цвет янтаря. Эти энергии скручены в спираль и охватывают арктурианский стержень, который вы называете дух. Стержень – это и есть дух, да. Все правильно. Эти энергии ты можешь употреблять, когда думаешь, представляя, как они стекаются в твою голову в виде мыслей и образов. Именно так ты можешь работать со своими родными энергиями. Я благодарю вас, уважаемая Лурдес. Переходим к следующему вопросу. Четвертый. Какая самая главная задача, какие цели моей души
в этой инкарнации на Земле. Сбор информации в человеческих радостях и не только. Твоя задача увидеть и понять, как все связано на планете Земля. Переплетена флора, фауна и биоробот человека. Одно не может находиться без другого. Это все вокруг тебя. Твоя задача — увидеть, прочувствовать и получить радость от этого. Вы закончили? Да. Благодарю вас. Пятый вопрос. Сколько их и кто мои проводники души в этой инкарнации? Не совсем понимаю вопрос, может, вы его объясните. На сегодняшний момент я твой куратор. Почувствовав связь флоры и фауны, как я сказал в предыдущем вопросе, почувствовать эти детали и мелочи, ты перейдешь к следующим познаниям, и тогда появится следующий учитель. На сегодняшний момент я нахожусь рядом и курирую тебя, посылая подсказки и предупреждения. Благодарим вас, уважаемая Лурдес. Можем дальше продвигаться. Да. Шестой вопрос. Какие практики более всего могут гармонизировать мое женское тело? Визуализация – это первое, что дает гармонию любому телу. Понимая и представляя свои энергетические центры, которые находятся в вас в виде чакр, вы можете сбалансировать ваши энергетические возможности и потребности. Представляя эти энергии, вы гармонизируетесь на тонком плане. Что же до физического? Это важность, какую еду вы употребляете, и гармония тела в виде йоги, так как это несет симметрию и баланс тела. Вы закончили? Да, я ответил на вопрос. Безусловно. Благодарю вас, уважаемая Лурдес. Идем дальше. Седьмой вопрос. Какая главная причина моего лишнего веса и как исцелиться? И тут она пишет в скобках «Я полная с детства». Я не могу ответить на этот вопрос, так как он не связан с духовным развитием. Мало того, это не болезнь. Здесь нет исцеления. Что я могу посоветовать? Сбалансируй свое гормональное состояние в биороботе, визуализируя. Благодарю. Благодарю я вас, уважаемая Лурдес. Переходим к следующему вопросу. Восьмой. Какие у меня таланты или дары, которые мне помогут развиваться? Подожди, я хочу дополнить к предыдущему вопросу. Пожалуйста. Насчет талантов. Насчет полноты. Я лишь хочу напомнить, что перед воплощением ты сама выбрала тело, в котором будет удобно твоим энергиям и вибрациям. Держи его в балансе, но принимай и люби такой, как ты есть. Благодарю. Продолжай, пожалуйста. Благодарю. Девятый вопрос. Так, на каком же вопросе тогда мы сейчас остановились? На талантах. Таланты. Итак, какие у меня таланты или дары, которые мне помогут развиваться? Это восьмой вопрос. Твои таланты лежат в осознанности твоей души. Как я сказал выше, обращай внимание на мелочи. Они важны в твоей жизни, как и в жизни любого человека. Знаки, которые я подаю, они вокруг тебя. Твои таланты — это видеть их и идти правильным путем. У тебя прекрасно это получается. Шаг за шагом ты развиваешься и осознанно живешь, зная свой дальнейший путь. Не останавливайся на рутине, продолжай интересоваться и развиваться. Это главное в жизни любой души. Благодарю.
Благодарим мы вас. Просто скажу, из мелочей складывается вся жизнь у нас. Поэтому, как вы и сказали, обращаем внимание на мелочи. Переходим к девятому вопросу, уважаемая Лурдес. Кем я была в прошлой инкарнации на Земле и какой опыт я набрала? О, это был интересный опыт, как я вижу. Ты была гладиатором. Ох. Во времена Римской империи. Какие-то года? Как я вижу, -30. -30 лет до нашей эры. Значит, 2052 года назад. Мужчина была, соответственно. Да, соответственно, мужчина. Этот опыт нужен был твоей душе, чтобы ты понимала, что существует несправедливость, разное положение людей, социальные слои, а также, что биороботу нужно бороться, чтобы выжить. Но без внутреннего наполнения большое тело может быть слабо, даже если оно физически накачано и усовершенствовано. И как эта жизнь прошла у гладиатора? Сколько он жил, прожил? Я не думаю, что у них семья была, да? А в случае Евы гладиатор не был раб. Это был наемник. Вот как! Очень интересно. Который после определенного количества боев получил свой опыт, ушел из этой индустрии. И остался жив. Остался жив в шрамах, перешел в деревню и вел свободный крестьянский образ жизни, поженившись и защищая свою семью и детей. Какой замечательный опыт. Еще остаться живым в те годы и еще все такое. Занимаясь сельским хозяйством. Отлично. Я прям увидел эту картинку, когда вы сейчас рассказывали. Да, очень интересно. Душа перенасытилась от крови, зарабатывания таким путем монет, поняла бесполезность и несправедливость социальных слоев, пережила много душевного непонимания, истощилась и покинула большой город, уйдя в тихое, спокойное место подальше от людей. Для меня это благодарю. Только, для меня это говорит только о высоком росте, осознанности и правильных выводах, которые душа сделала на тот момент в том воплощении. Переходим к последнему вопросу, уважаемый Алурдас. Десятый. На что мне стоит обратить внимание для ускорения моего развития? Какие будут ваши советы? Как я уже сказал, все связано в этом мире. Одна цепочка ведет к другой. Флора, фауна, биоробот и все, что происходит в мире, завязано друг с другом. Обращай, пожалуйста, внимание на детали, которые вокруг тебя. Выходя на улицу, слушай звуки птиц и наблюдай за природой. У природы есть свои определенные энергии и стадии умирания и развития. Это все вокруг вас, просто вы заняты другим проживанием, выживанием, я бы сказал, и не замечаете вокруг себя жизни планеты, которая рассказывает вам о своих чувствах, проблемах и показывает, как она выживает без вашего внимания. Это очень важно, видеть жизнь вокруг себя. Животные, птицы, деревья, реки, земля и все, что покрывает землю, дает вам знаки постоянно. Не проходите мимо, обращайте на это внимание, и со временем вы напитаетесь этой энергией, которая пронесет вас дальше в понимании этого мира и осознанности вашей души.
Благодарю, что вы выслушали меня. Благодарю вас, уважаемая Лурдес. То, что вы сейчас сказали, мне очень близко. Моим учителем является архангел Ханиил. И у него есть молитва, где есть такие слова: «Научи меня замечать эти мелочи, радоваться этим мелочам в природе, в общении с друзьями». А еще с природой можно великолепно общаться, обмениваться энергиями и получать... Как часто ты обмениваешься энергией с природой? Как часто ты обращаешь внимание на дождь, траву или знаки реки? Как часто ты видишь туман над рекой и слушаешь, как поют птицы? Это мне вопрос? Да. По мере возможности, когда я их слышу, я всегда пытаюсь этим насладиться. Когда погода хорошая, я выхожу из дому и пытаюсь поймать это солнце, пообщаться с этими энергиями, посмотреть на эту красоту. Ну, понимаете, у нас биороботы, в общем-то, очень ограничены в этих возможностях. Мы можем действовать только в радиусе определенных температур. Но когда я захожу в какой-то сад, где я вижу множество цветов, у меня душа расцветает. Просто я начинаю дышать этими энергиями и просто растворяюсь в них. И замечаю... Как часто ты приводишь свою душу в такой сад? Как много цветов в твоем доме? В моем доме нет цветов. Но по мере возможности, когда я такое вижу красоту, я пытаюсь ей всегда проникнуться. Она доступна нам. Возможно, я очень недостаточно еще этим занимаюсь или это делаю, и мне стоит... безусловно, дальше идти в этом направлении, но это путь. У вас есть все инструменты, пользуйтесь. Да. Уважаемая Лурдес, мы закончили, остались заключительные слова. Я очень благодарна своему куратору, Владу Ивире. Также посылаю всем любовь и благодарность за эту прекрасную работу и поддержку вашу, а также и за знания. Эти слова вам. Я благодарю за эти добрые слова и принимаю их с благодарностью и радостью. Замечательно, уважаемая Лурдес. У нас осталось еще один нюанс. У нас есть в этой комнате диагностики очень добрая традиция. Каждому куратору, каждому учителю, который сюда приходит, мы всегда делаем один определенный подарок. И, Верочка, в твоих руках появляется большая корзинка с самыми вкусными, самыми спелыми, сочными ягодами, которые есть на земле. 1, 2, 3. Мы спрашиваем разрешение куратора Лурдеса передать ему этот скромный подарок в знак благодарности за эту прекрасную встречу, на добрые воспоминания и за его помощь своей подопечной. Это действительно прекрасная традиция. Я очень удивлен и поражен. С радостью принимаю этот подарок формы. У этих растений разные, но большинство из них имеет овал или шар, сглаженные углы, что говорит вам о том, что нужно быть гибким, а не угловатым. Замечательная информация. Благодарю вас, уважаемая Лурдес. С этой точки зрения я еще никогда так не смотрел на ягоды, но вы абсолютно правы. Природа совершенна, она создает все совершенное. И если такая форма есть, значит, это было продумано. Благодарю вас за этот подарок. Как я уже сказал, золотая энергия – это философы Арктура. Поэтому во всех мелочах есть еще больше мелочей, которые вы можете рассматривать и находить в этом смысл, сопоставляя друг с другом. Я имею в виду, сопоставляя флору, фауну, да, и биороботы, поведение человека. Благодарю вас за этот шикарный подарок. Передавайте. И за встречу с вами, со всеми. Передавайте, пожалуйста, от нас всех привет Арктуру. Мы рады всем кураторам и готовы их принять, открыть им двери, в которые они дальше пойдут сами, по мере наших сил. У каждого свой путь, но я воспользуюсь вашим советом. Благодарю вас. Безусловно. Еще раз. Благодарю. Желаем вам всего наилучшего. Искренней энергии и благодарности. Я говорю, до скорых встреч, уважаемый Алурдас. Всего вам доброго. До новых встреч.
И рассинхронизируйся, Верочка. Готово. Отлично. Ева, мы закончили встречу с вашим куратором Лурдесом с Арктура. Вы все получили ответы, которые хотели услышать? Очень интересные ответы. Много над чем нужно подумать. Благодарю за эту встречу. Замечательно. Во благо. Сейчас будем возвращать вас назад, чтобы все энергии перешли на физический план. И для усвоения энергии и вибрации возвращаем тонкую копию Евы в систему биоробот-душа. Заводим, подключаем ее к каждому органу, каждой клеточке, каждой извилинке головного мозга. Проходит полная синхронизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. Готово. Хорошо. Отключайся от объекта и поднимайся в свою комнату диагностики. Пошел подъем. Я на месте.